К сожалению, эмоции отрицательные. Организация, все здорово. Болельщики, все супер. Хотелось бы, конечно, другой результат на табло. В первую минуту пропустили нелепый, ненужный гол. И начинать с 0-1 команде очень тяжело. Поэтому, ну, ничего страшного. Надеюсь, и футболисты, и мы сделаем выводы, проанализируем сегодняшнюю игру. Завтра, я надеюсь, что будет совсем другой результат. И более красивая и продуктивная игра. Сегодня ваша команда очень активно прессинговала. Это тренерская установка? Ну, соперник начинает очень низко, через короткую среднюю передачу начинает атаки, задействует вратаря в начале атак. Поэтому, да, это тренерская установка, но, к сожалению, не полностью ее выполнили. Можно было, опять же, ловить соперника на ошибках, но не получалось. Где-то поздно шли в прессинг, поэтому могли забивать, как раз используя эти ошибки соперника.